Господин штурмбанфюрер, свежие поступления. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейх. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный, нормальный. И вообще, я гражданин Ганзы. Молчи! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод! Это произвол! Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант. Нет, нет, пожалуйста. В мусоропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси, фашист недоделанный. Читаю до трех. Один. Слава красной линии! Два. Да здравствуй, товарищ Москвин! Три. Нет, я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно рейх не вмешивается в дела ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Говори, или получишь пулю! Бери офицера! Ах ты! Нож оставь себе! Ты, я так понимаю, из ордена, со Спарты, а я с красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно, дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться, а вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Ай, мать твою, зараза! Пойдем! О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Лифт уедет, дальше двинем. Двинули! Ё-моё! Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы... Да... Вон там, лаз на той стороне! Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так, 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 так. Двинули. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Так, кажись, проскочили. Ну-ка, ну-ка, решетка. Хрена с два. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади. Если по сапатке, то чуть сверху. Смотри еще. Давай наверх. Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клешнями напортачишь всякого. А так,
Как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Нет, стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Стрелять неэкономно. Фюрер считает, что уроды не заслуживают ничего, кроме... За мной! Удобно и зрелищно. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с фюрером. Делаем так. Всегда. Ты правого, конечно, я левого. Обратно. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Форштейн, давай, только раньше времени не начинай. Неизящно. Все, работаем. А что же делать? Пожалуйста, пожалуйста, я электрик. А вот отличное решение. Забить его лопатой. Экономно. Очень. Гигиенично. Вполне. Слышал? Что это? Вроде что-то упало. Штукатурка, может? Сыро тут. Нету тут штукатурки. Бетон один. Так. Заключенный 130. Это вы произвели шум? А? Что? Не я это. Не я. Богом клянусь. Продолжим. Заключенный 78. Вы... Ох, молодец, даже не вякнул, гад. Слушай, эй, слышишь меня? Он лез тут. Перебей их столько, сколько сможешь. Нам всем все равно конец. Ну, чё ты... Открой клетки, а? Тебя, там в караулке пульт наверху. Ну, чё тебе... Выкрути лампочку! Погоди-ка. Слышал? Что? Нет. Ничего, показалось. За что? За что? За то, уродина, что ты наши гены погибли. На! Ай! Нет! Не надо! Не надо! Не надо! Ай! По-моему, надо нас по туннелям держать. Ну какой коммуняк сюда сунется? Дайте хоть чего. Пожрать. Что? Слышь, парень, открой замки. В караулке пульт. В караулке. Что значит ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершарфюрер приказал в расход. Это же трибунал. За сочувствие уродам. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны, сморщенной, вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что? Заплатил? А то. Ты этот... Послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Там 200 патронов дали. Половина моя. Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш в казарму. Есть, гер обершарфюрер. Промочи бедро. Не на что будет. Правда, за коммуняку по 3 патрона давай будет. Хорошо. Да. Что такое? Шорох. Интересно, что это там? Ну ты даешь, парень, как ты его? Ну как? Как там? Тише! Тише! Услышь, это все! Глотай меня! Это как? Ничего. Молодец! Но будьте осторожны! Да. Если вас заметят, сразу зачистим газ! Осторожно, двери закрывают! Добрался? Герой! Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли! Вон кнопка на стене! Это вызов! Жми! Прячемся! Вот, так лучше!
спину так и вот. Кому там приспичило? Вы со мной шутки шутить будете? Ну-ка, вылезайте! Пацаны, ну что за прикол? Серега, ты? Гляди, в следующий раз не открою. Ты меня знаешь. Это уже не смешно, да? Давайте теперь в прятки играть. Давай, шлюз, живо! Выпустите! Выпустите нас! Там наверху пульт. Можно открыть все камеры. Не могу я закрывай, больше закрывай, здесь. Шлюз. Парень, так я хочу жить. Я жить. Внутренний блок прошли. Теперь самое веселье будет. А вот, держи. Часы у тебя что надо. Лампочка загорается, когда тебя видно. Удобно. Значит так, дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Гранату бы. Ну ничего, прорвемся. Ну, поскакали. Ты иди низом, а я сверху прикрою, если что. Не отступим и впредь! Нам не нужны спустя требования!